Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня я хочу рассказать о своих впечатлениях о новой кукле из линейки New Face, персонаж Violaine Perrin. Это очень интересная кукла с огромным количеством всего, что к ней прилагается. И начну я, конечно же, вот с этой коробки. Уже на распаковке самой посылки с куклами я уже сразу сказала, как мне это нравится. Давайте покажу подробнее и расскажу об этом. Коробка представляет из себя настоящий чемодан-переноску. Она на металлических петлях и с металлическим замочком. Сама коробка картонная, из очень плотного картона. Сверху здесь кожаная ручка на таких вот тоже металлических петлях. Вы открываете замок, и открывается сама коробка. Чтобы ничего не сломать, здесь есть стоппер с шелковой ленты. И здесь вы можете расположить свою куклу, какие-то вещи вместе с ней. Все это закрыть и взять с собой на прогулку, на фотосессию. И перенести с собой куклу в очень удобном, классном чемоданчике. Когда-то у Integrity Toys продавались переноски. И выглядело это вообще не очень понятно, потому что это было в разобранном виде. Вроде как вы заказывали коробку, и к ней какие-то детали, да, петли, замочки. И было вообще непонятно, что это такое. И сейчас я предполагаю, что это были как раз-таки вот эти кейсы. Они просто были белого цвета. И на самом деле, если бы я знала, что это будет так круто, я бы, конечно же, их заказала. Штук 5. Потому что вещь это очень и очень удобная. Единственное, что я боюсь, что если я буду его везде с собой таскать, он просто очень быстро придет в негодность и весь закотывается, и мне очень жаль. Но точно летом, когда я вынесу своих кукол на какую-то фотосессию в городе, я точно им воспользуюсь. Это действительно очень классно и удобно. Я надеюсь, что Integrity Toys будут еще делать такие коробки, желательно побольше и почаще. Сама кукла вышла очень красивой. Когда ее представили, все называли ее Харли Квинн. Но на самом деле, когда видишь ее вживую, никакой ассоциации с Харли Квинн нет. Это такая роковая красотка. Но на самом деле ее макияж не настолько четкий, прям это не супер четкий, да, там красно-черный макияж, он немного размытый. У нее на глазах длинные черные стрелки и такой серо-коричневый смоки с довольно обширной тушевкой. Губы не совсем красные, это не ярко-красный цвет, это как будто бы красный тинт на губах и розово-красные щечки. Скинтон ее достаточно бледный, поэтому выглядит все контрастно и очень красиво. Но это не настолько яркий макияж, как, например, у Поппи Паркер Париж, которая была очень контрастной. Она была прям красно-черная на белом фоне, настоящая белоснежка. Вот здесь немножко не так. Этот макияж более размытый. Ее прическа, с одной стороны, меня порадовала, с другой стороны, разочаровала. Дело в том, что ее прическа – это гладкие волосы, которые завиты в такую одну большую кудряшку. И выглядит действительно классно и интересно, но эта прическа полностью залачена. Она залачена настолько сильно, что это прям твердая некая субстанция. Здесь все очень-очень твердое, вся кудряшка жесткая. И в комплекте у этой куклы есть очки. Так вот, надеть очки практически невозможно, они все время падают, потому что понятно, что на ушки у кукол вы очки не наденете. Их можно повесить либо на сережки, либо воткнуть в волосы. И вот здесь нужно вешать на сережки, но это тоже такое испытание не для слабонервных, потому что сережки достаточно маленькие, и повесить на них что-то сложно. А в прическу вы, конечно же, эти очки не воткнете, просто потому что все сломается, расклеится и будет сплошное безобразие. Но в целом выглядит очень красиво. И на самом деле я просто эти очки
не думаю, что буду на нее надевать, они достанутся кому-то другому. Тем более, что мне кажется, что они сюда не подходят, и они мне не очень нравятся с этим образом. Мне кажется, они вообще не сочетаются. Как вы видите, она у меня стоит в платье, в аутфите с платьем. Платье мне безумно понравилось. На самом деле, в комплект входила длинная-длинная шелковая лента. И я не знаю, для чего она была, но я предположила, что, наверное, это на талию. И теперь у меня это... ленточка на талии. Возможно, она нужна была для чего-то другого, но я не поняла. Очень классная обувь у этой куклы. Вот эти длинные-длинные сапоги. Когда я вообще увидела, что у нее будут сапоги, я подумала, ну понятно, это уберем в коробочку, никогда не будем надевать, потому что надеть сапоги будет очень тяжело. Но здесь они сделаны очень классно, прям по ножке. И надеть их было достаточно просто. Я очень быстро это сделала. Замочек не застревает практически. Он застревает только на месте под коленом. Там, где у вас шарнир. Но вы быстренько проходите этот момент, и дальше ничего не происходит. Шнурочки на сапожках я не расшнуровывала, и это не нужно. Они чисто декоративные. Единственное, что они очень гладкие. Они периодически развязываются, и вам их приходится заново завязывать. Вторая пара обуви у этой куклы – это босоножки с опушкой. И опушка здесь сделана не очень аккуратно, и она немножко разваливается. Из нее выпадает какой-то мех. В общем, он такой не очень аккуратный, не очень понятный. И мне кажется, что без него было бы красивее и интереснее. Но отдирать его я боюсь, потому что... скорее всего, там останутся страшные следы от клея. А так могли бы быть очень красивые туфли. Но спереди, когда вы их надеваете, спереди вообще ничего не понятно. Но зато сзади выглядит великолепно. Здесь очень тонкий каблучок, красный на черной подошве. Надеть их довольно сложно, потому что у вас здесь лямочка перекрещивается. Вам надо попасть сначала ногой, потом запихнуть туда пятку. Я прям долго промучилась, но в итоге надела. Второй аутфит состоит из комбинезона. Комбинезон классный, красивый. Конечно же, я его сразу же срезала, потому что надо было сразу переодеть, да, в платье. А сверху здесь была леска, и оно, по сути, было пришито. Вообще, я не очень люблю тела у New Face. Они довольно плоские. То есть у New Face такая небольшая грудь, и поэтому она... такая не очень рельефная, и на ней не очень хорошо держатся такие вещи на самом-то деле, они сползают вниз. Но почему-то на New Face очень любят делать вот такие вещи без лямок. Не очень понимаю, почему. Потому что все это сползает у вас благополучно вниз. Но, в принципе, если подтянуть, да, то и особо ее не трогать, то, конечно, оно держаться будет. И сверху надевается вот такой жакет. Жакет, конечно, на любителя. Он странноватый, выглядит он странновато, здесь не очень хорошо или вообще не обработанный. В общем, здесь не очень понятно. Внутри подклад пришит, и вот он не обработан по нижнему краю, и потом здесь у вас торчат нитки. И вроде как так и задумывалось. Здесь у вас такой декор валан, не валан. С таким обожженным краем он наполовину шелковый, наполовину из такой костюмной классической ткани. Выглядит странновато, честно, не надевая его на куклу, он мне просто не очень нравится. Здесь есть классные, очень классные сумки. Если вы внимательно смотрели распаковку этой куклы, то видели, что мне достался бракованный чемодан. У меня лопнула вот эта вот окантовка черная, и она прям раскрылась. То есть сама кожа не выдержала натяжения, она лопнула. И я уже из коробки доставала такой лопнувший чемодан, но исправить удалось. Я просто подлила туда чуть-чуть клея секундочки, подержала, и кожа обратно склеилась, и, в общем-то, стало не видно, так что все в порядке. Здесь, опять же, замочек для... очень терпеливых людей должны, вот допустим, оно у вас закрыто, вам нужно сначала повернуть в вертикальное положение ключик, потом только вы можете снять верхнюю клипсу.
Но чемодан выглядит просто потрясающе. Слушайте, я хочу себе сама такой чемодан. Он очень красивый. Они, конечно же, очень гармонируют с переноской. В общем-то, это практически одно и то же. Сверху ручки закрепляются кожаной застежкой на липучке. Вы открепляете липучку. Можете разъединить в таком случае вот эти ручки. И открываете уже сам чемодан. Да, у меня здесь лежат руки. А в чемодане внутри тоже все очень-очень классно сделано, потому что здесь черный бархат. И здесь есть даже отдельный кармашек такой на резиночке, складчатый. Вот прям как в чемоданах делают. Выглядит очень реалистично. Это действительно выглядит как настоящий человеческий чемодан. Конечно же, принт сделан под Louis Vuitton, но New Face. Здесь даже есть бирочка, да, на которой обычно указывается там имя владельца, чтобы если чемодан потерян, можно было его вернуть. Очень классный, очень красивый. Внизу тоже металлические петельки, ножки металлические. Классно. Очень-очень-очень мне понравился. Есть у нее еще сумочка. Сумочка ввела меня в ступор, потому что я долго не могла вообще понять, как это открыть. Оказалось, что вам нужно было здесь отодвинуть задвижку, с силой в первый раз открыть саму сумочку. Сумочка внутри, есть местечко, что-нибудь положить, что-нибудь даже, наверное, влезет, возможно, очки. А, нет, очки не влезут, но что-нибудь меньше, чем очки, сюда полезет. То есть, и дальше вот этот штырек у вас попадает на замочек, и вы его как бы закрываете. Когда у вас механизм уже разошелся, это все просто. Но в первый раз я думала сначала, что я что-то делаю не так, и боялась, что я все это отломаю просто. Но оказалось, надо было кое-где приложить немножко силы, а это всегда с Integrity Toy страшно, потому что есть риск что-то просто сломать. Еще хочу рассказать отдельно про украшения. По поводу украшений, на самом деле, я ожидала большего по украшениям, и вот украшения мне не очень понравились. Здесь довольно простенькие маленькие сережки, они красивые, но простенькие. Сильно расстроило меня кольцо, потому что здесь не камешек, а просто кусок гладкого металла вместо камешка, и это странно. Но самое большое испытание это были вот эти вот два ожерелья. Это два отдельных ожерелья, одно такое с камешками-висюльками, а второе это чокер, на котором написано New Face. И надеть их очень и очень сложно. Чокер сделан не очень для меня понятно. То есть, когда вы надеваете его просто через шею, то он узковат. И шею я в итоге чуть-чуть поцарапала этим чокером. И, в общем-то, один раз надела и больше никогда не буду снимать. А второе ожерелье, которое с висюльками, это, знаете, мои любимые застежки Integrity Toys, это где у вас крючок и колечко, и вам надо вот этим попасть. И так как все вещи Integrity Toys сделаны очень точно по размеру, вам надо очень-очень тщательно примериться, чтобы этим крючком в это колечко попасть, да, чтобы они дотянулись друг до друга. Потому что в застегнутом виде у вас оно будет идеально лежать по шее, но чтобы застегнуть, надо очень извернуться. Возможно, я не знаю какого-то секрета, как это делается. Я даже сапоги столько не надевала. Хотя обычно сапоги — это самое долгое и самое мучительное. Есть в сапогах одна вещь, кстати, которая меня подрастроила, и это было вообще-то ожидаемо. Я не знала, почему я об этом не подумала вообще сразу. Ноги в этих сапогах, естественно, не сгибаются. То есть она может быть только с прямыми ножками, если она в сапогах. Но для меня почему-то это было открытие, хотя это же вообще очень логично. У вас сзади замок. Как вы согнете ногу, где у вас замок? Это невозможно. Ну, почему-то я долго и упорно пыталась это сделать, а потом подумала, Эля, что ты делаешь? Так же невозможно. У куклы очень красивый маникюр и педикюр тоже такого же цвета. Не буду уж снимать сапоги, поверьте мне на слово. Ноготки у нее такого оттенка нюд, но при этом бордовые.
То есть здесь нет такого явно красного, явно бордового. Это все немножко приглушенные тона. И вот маникюр у нее тоже такой немножко приглушенный. В целом мне кукла очень понравилась. Обычно я не обращаю особого внимания на кукол New Face. Но здесь, когда я увидела ее, я прям сразу, просто в первую минуту ее предзаказала, потому что ее образ очень яркий и красивый. Я обожаю бледнокожих брюнеток с ярким там, макияжем, да, с красными губами, со стрелками. И, конечно же, это очень интересный гифсет. Гифсеты всегда интереснее, чем отдельные куклы, потому что можно много-много всего у них порассматривать, потрогать, попробовать что-то посочетать, да, с разными куклами. Поэтому гифсеты, конечно, мне нравятся всегда больше. И вот это платье меня на самом деле покорило. Да, оно супер короткое. Вы видите все ее белье. Оно прозрачное, но оно такое красивое. Мне очень нравится вот эта сетка с такими пушистыми горошинами. И в целом само платье очень красивое, оно мне очень понравилось. Кукла сама по себе красивая, хорошая, замечательная. И если вы решите ее себе приобретать, то точно будет вас радовать. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить.